продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Граница закрыта для 14 тысяч жителей Тувы. Управление судебных приставов региона рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Всего же за 11 месяцев этого года судебными приставами Тувы вынесено свыше 14 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Жительница Республики Тува, у которой было ограничение права выезда за пределы России, достоверно зная о том, что действует постановление, которое ее лишает права покинуть пределы России, на пограничном контроле предоставила паспорт своей сестры. На паспортном контроле пограничники задержали нарушительницу. И теперь ей грозит уже уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса, наказание в виде лишения свободы на 2 года. Больше всего при выезде за границу рискуют быть остановленными пограничной службы ФСБ России жители Кызыла. Это более 4000 человек. Барун Хемчикского, Лухемского и Кызылского районов. Напомним, с 1 октября прошлого года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым судебный пристав-исполнитель имеет право временно ограничивать должников в праве выезда за границу на сумму задолженности свыше 30 тысяч рублей. До этого порог был в 10 тысяч. Загазованность и сажа стали поводом для проведения рейда в Кызыле. Так, Министерством природных ресурсов и экологии Тувы со 2 ноября по 12 декабря 2018 года проведено обследование зданий, строений и сооружений на предмет выявления нарушений в области охраны атмосферного воздуха. В Кызыле проведено 45 внеплановых проверок, составлено 2 акта осмотра, выписано 43 уведомления о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. По результатам поставлено на учет 30 объектов, оказывающих негативное воздействие. Прокуратурой Кызыла подано в судебные органы исковые заявления об утверждении нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и получения разрешения на выбросы в отношении 10 хозяйствующих субъектов. Всего по Кызылу из 106 объектов на государственный учет поставлено 57 объектов, имеющих котельные, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Работы в данном направлении продолжаются. Создание индустриального парка для развития производств стройматериалов и переработки шерсти в столице Тувы начнется в 2019 году. Глава республики Шалбан Карол отметил, что запуск новых производств начнется в 2020 году. Об этом в понедельник сообщил глава республики, выступая с посланием к Верховному Куралу. По его словам, запуск новых производств начнется в 2020 году. Приоритетным направлением станет производство строительных материалов из местного сырья и переработка шерсти и шкур. В перспективе он должен стать центром кластера обрабатывания производств. В республике индустриальный парк разместится на участке общей площадью 30 гектаров, расположенном недалеко от федеральной автомобильной дороги Енисей. И о курсах валют: доллар стоит 68 рублей 48 копеек, евро 78 рублей 9 копеек. Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 370703w.tuva.ru. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 370-70. Не 1000, не 100, не 10, а всего 1. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 370-70.
Накануне 25 декабря около 18 часов в дежурную часть Кызыла поступило сообщение о ДТП на езде на двух несовершеннолетних пешеходов. По предварительным данным госавтоинспекции установлено, что водитель легковой автомашины темного цвета, предположительно отечественное производство, двигаясь по улице Новоселова возле дома номер 35, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов. Водитель, причастный к ДТП, скрылся. Предположительно марки ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112 темного цвета. Транспортное средство имеет повреждения передней части кузова и левого бокового зеркала. Автомашина двигалась в восточном направлении в сторону поселка Кахем. Пострадавшие дети доставлены в республиканскую больницу. Уважаемые граждане, если вы располагаете какой-либо информацией или заметили автомашину с повреждениями, то просим сообщить об этом дежурную часть госавтоинспекции по номерам телефонов 5-66-11, 5-66-29. Анонимность гарантируется. В Кызыле сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции вернули владелице сотовый телефон, за покупку которого злоумышленники расплатились фальшивой купюрой. В мае текущего года в дежурную часть полиции Кызыла с заявлением обратилась 21-летняя студентка. По ее словам, в одной из групп социальной сети она разместила объявление о продаже своего сотового телефона марки Samsung Galaxy S8. Спустя некоторое время нашелся покупатель, с которым она договорилась встретиться. Расплатившись денежными средствами за дорогостоящий смартфон в сумме 38 тысяч рублей, молодой человек ушел. Только потом девушка обнаружила, что 3 купюры номиналом 1000 рублей являются оригинальными банкнотами. 7 купюр достоинством по 5000 рублей, согласно проведенному исследованию, являлись изготовленными не производством госзнака, а выполнены способом цветной струйной печати. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса. Сотрудниками подразделения ППК, ОМВД города и Республики Тыва в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, причастные к изготовлению и сбыту фальшивых денежных купюр. Также установлено само местонахождение похищенного телефона. Установлено, что преступники осуществляли сбыт похищенного телефона у гражданки Мандара в ломбард, расположенный на территории города Красноярска, за 15 тысяч рублей. Так, в минувшие выходные полицейские Кызыла вернули законной владелице телефон. Благодарю полицейских за их кропотливый труд. Обещаю впредь быть предельно внимательны. А также желаю сотрудникам полиции дальнейших успехов в работе и поздравляю их с наступающим Новым годом. В минувшие дни в эфире радиостанции «Голос Азии» Алена Сыдыб, председатель общества инвалидов Кызыла, рассказала о том, что 62 особенных ребенка могут остаться без сладких подарков на Новый год. Ежегодно все ребята, которые состоят в обществе, отправляются на новогодние представления, где им вручают сладкие подарки. Но в этом году один из спонсоров не смог помочь и приобрести 62 сладких подарка. И вот в течение недели нашлись помощники Деда Мороза, которые собрали детям подарки. Сегодня мы проводили в ТЮЗе новогодний утренник для наших особенных детей. И хочется сказать огромное спасибо за новогодние сладкие подарки, за сюрприз Тувинскому поисково-спасательному отряду, магазину «Мир аккумуляторов». Настолько неожиданно, настолько здорово, настолько прям, в общем, принесли, оперативно принесли праздник в каждый дом, каждому ребенку нашему. Услышав историю детей, которые могут остаться без новогодних подарков, магазин «Мир аккумуляторов» на улице Интернациональная, 106, и сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда не остались равнодушны. Связались с председателем общества и в назначенный час и время привезли подарки. Поддержать детей-инвалидов подарками мы решили после того, когда узнали информацию из группы ВКонтакте и на радиостанции «Голос Азии». Мы с коллегами-спасателями собрали денежные средства, съездили, закупили подарки. И сегодня прибыли на елку к ребятишкам и вручили их. Перед тем, как к детям пришел Дед Мороз, ребята участвовали в развлекательной программе. Они водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения. В конце праздничного представления каждый ребенок получил подарок и сфотографировался с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Ежегодная традиция поздравлять своих подопечных из подшефтных школ в этом году была расширена. Неожиданные сладкие подарки получили дети с тяжелыми диагнозами. К слову, ребятишек, которые борются с недугами, сотрудники Росгвардии окружают вниманием не первый год. Это и спонсорская помощь при операциях, ну а в праздники теплые визиты, поддержка и как приятный бонус коробка сладостей. Как и другие сверстники, дети с ограниченными возможностями здоровья, к примеру, как Эвелина, ждут чуда и трепетного внимания под Новый год. Гости в форме вручили подарки и пожелали самого главного – здоровья и силы воли. Наша семья очень благодарна, потому что не первый раз в нашей жизни участвует Росгвардия. И на 2018 год пришли, нас поздравили. Спасибо вам огромное, что наших детей не забываете. И моя дочь Эвелина очень сегодня счастлива. По республике малооблачно, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 35, минус 40, местами от минус 41 до минус 46 градусов. В Кызыле малооблачно, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 38, минус 40, днем от минус 30 до минус 32. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.